Привет. Песеры, с вами Морж. Понедельник, день тяжелый, начало новой рабочей недели. А у нас, собственно, как обычно, новый ивент и новая селекция. Давайте посмотрим, чего нам Konami завезли. Хотя завезли, как вы понимаете, относительно все по стандарту. Снова я нахожусь на ПК, потому что, к сожалению, на мобилочке на поле я нигде не собираю. Появляется у нас вот этот ивент J-лиги. Собственно, как обычно, проходим, получаем 60 тысяч ГП и забываем про него, как про страшный сон. С одной стороны, можно брать игроков за номинальные контракты из японской лиги именно под такие и подобные ивенты. С другой стороны, здесь 1500 очков всего нужно набрать, поэтому я считаю, что это не будет проблемой даже игроками, которые... Собственно, под ивент не подходят и получают меньше очков за каждый сыгранный матч. Ну и селекция Наполи у нас сегодня. Три попытки, как обычно. К сожалению, какого-то испытания на бесплатную попытку нам здесь не дают. И показаны три самых высокорейтинговых игрока. Это Кварцхелья с рейтингом 95. Как я понимаю, сыгранности будет 98. Асимхен, который у нас недавно был в шоу таймов. И Ангуиса. Надеюсь, правильно читаю его фамилию. С рейтингом 93. Напоминаю, что если тебе нужны новости по PES, подписывайся на мой телеграм, ссылки в описании и закрепе. Там моя же ссылка на личку, если нужно задонатить с российских карт на мобилочку. И там же ссылка на чат. Читаешь правила, общаешься с единомышленниками, матчи играешь. В общем, все как всегда. Кроме них у нас есть Лозана с рейтингом 82 на первом уровне. Есть Мерет, есть Ди Лоренцо, Лоботка, Ким... И, в принципе, все. Ну, давайте посмотрим, что тут вообще изначально по статам у Кварцхелья. Сразу неплохая дрибла, сразу неплохое ускорение. Баланс, выносливость тоже присутствует. Есть кое-какое и умение атаковать с реализацией. Для лево нападающего вполне себе неплохо, плюс стиль смещения с фланга. Также 10 навыков у него. Немножко перегружен финтами, обводка двойным касанием, эластика, марсельская рулетка, проброс. То есть 4 финта из 10 навыков. Плюс Рабона, которая крайне ситуативная. Плюс хитрость, которая крайне ситуативная. Ну, на самом деле, могло бы быть полезных навыков и побольше. Но я знаю, что этот парень сейчас на хайпе, и многие его будут ловить. Что по Асимхену у нас? Умение атаковать, реализация норм пойдет. Отличная скорость сходу, хорошее ускорение, прыжок. Баланса, конечно, немножечко не завезли. 62, ну, почему-то у центральных нападающих у всех в этой части баланс... Ой, оторви и выброси в основном. Есть у нас навыки... И причем нет вообще финтов. Вот такой вот. Асимхен, полная деревяшка, финтов вообще не завезли. Ну и навыков, к сожалению, 7 из 10. Ну, такое. С другой стороны, мне нравится, как он ведет себя на поле. Шоу-тайм, по крайней мере, просто замечательный. Мне прям залетал. Вот. Ну и давайте посмотрим на этого товарища, которого тоже у нас выделили на первую страницу. Стиль разрушитель. Кое-что умеет сходу в защиту. Пас присутствует. При этом отличный сходу корпус и очень неплохая выносливость. Баланса тоже не завезли. Навыков 9. Ножницы, обводка, 2 финта. Сомбреро ситуативно. Отскок от опорной ситуативно. Но тоже достаточно много финтов, которые просто будут крайне редко использоваться. Не знаю даже, если честно, кого хочу я отсюда поймать. Наверное, Кварцхелью, а Асимхена на этом аккаунте его нет. Да и все, в принципе. Ну, три попытки. Почему бы, в общем-то, и нет. Неплохое решение было у Konami подписать. Наполи, кстати, да. Кто не знает, Наполи клуб-партнер. У нас впереди эпики Наполи в виде Марадонны, Канавара. И кто третий, пока неизвестно. Вот. Ну и хорошо Наполи выступает в этом сезоне, поэтому я считаю, хорошее партнерство, так сказать, будет на хайпе. Ну что ж, 99 номер, этот Ангулиса мне и выпадает. Насколько я понял, его только совсем недавно вообще добавили в нашу игру. Вот, и как обычную карточку, и этот после перехода в Наполи. Ну и вот он уже получает спецкарточку. Ладно, первого человека с обложки, так сказать, взяли. Давайте посмотрим еще двух, кто выпадет. Может, кто-то интересный попадется. Например. Кстати, интересно, именно эта моделька Асимхена в маске или без маски? Потому что у меня Асимхен, который в маске. И на поле это смотрится прикольно такое. Хоть какое-то, так сказать, разнообразие. Но это, к сожалению, Лоботка. Опорный полузащитник. По-моему, раньше он был центральным, хотя я, может быть, ошибаюсь. Так, стиль дирижер на центральном, он, в принципе, будет работать. Сразу пас, сразу контроль, да? Баланс хороший.
ну, 170 сантиметров, конечно. Да, в защиту, естественно, особо ничего хорошего не покажет, хотя при этом скорость ускорения для опорника вполне допустимая. 8 навыков, тоже обводка, проброс, отскок от опорной, но при этом, как видите, навыков именно на опорника у него нет, то есть опекун, перехват, вот это вот все у него не присутствует, к сожалению. В общем, скорее центральный полузащитник, несмотря на то, что основная позиция у него опорник. Ну и третья попытка, давайте глянем, может здесь хоть кем-нибудь порадуют. А, кстати, в четверг, в принципе, уже есть анонс. У нас будут эпики сборной Голландии в виде Кройфа, Снайдера и Давидса. Так что ожидаем, так сказать. Пятый номер, и это Ким, да, судя по всему. Судя по всему, Ким не выпадает, щурится он на меня. Он явно чувствует, что я его не хотел. Ну, бывает, бывает. Мин Джая Ким. 190 сантиметров, хороший рост, конечно же, в защиту, в принципе, статы норм прокачаются, скорость ускорения путевые для центрального защитника, корпус присутствует, игра головой. Слушайте, он может быть интересен, конечно, особо высокого рейтинга я от него не жду, но тем не менее, при этом есть опекун, перехват, блокировщик, подкат, верховое главенство, ну это игра головой, да? Пас на ход? Не знаю. Вполне может быть интересен. На самом-то деле, несмотря ни на самый высокий рейтинг. Ну, вот такой вот у меня улов. Вот, позавтра, ну, наверное, какой-нибудь ролик придумаю, почему бы на самом деле и нет. Пиши, открывал ли ты эти паки. Если нужен донат, обращайся. Если нужны новости, подписывайся. Если нужен чат, заходи и общайся. Вот как-то так. На этом прощаюсь. Как всегда, морж. Как всегда, пока.